отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за покушение на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, 17 октября 2020 года в дневное время 39-летняя женщина с целью причинения смерти своим малолетним дочерям 5 и 8 лет выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже дома по Новоастраханскому шоссе в городе Саратове. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время старшая девочка выписана из больницы, младшая находится на стационарном лечении. Следственным органам перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следователям СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 28 декабря 2020 года. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Следователями СК будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.